Венспилский дом молодежи совместно с Государственным агентством занятости и Агентством международных молодежных программ реализуют проект «Протиундари», что в переводе означает «умей и делай». Задача проекта – обратиться к молодежи от 15 до 29 лет, которая официально не работает и не учится, с целью вовлечь их в активную трудовую жизнь, развить их знания и умения. Участники проекта смогут быстрее и успешнее найти работу, выбрать направление образования и обрести уверенность в себе. Самый главный критерий – молодой человек, который начинает участие в проекте, не должен учиться, потому что цель проекта – помочь участнику начать учебу или найти работу. Также у него не должно быть официального места работы, и он не может состоять в списках безработных Государственного агентства занятости. По словам руководителя Дома молодежи Кристиана Яцевича, проект полон возможностей, так как Венспилский Дом молодежи сотрудничает со многими предприятиями и организациями. Молодые люди могут подтянуть знания иностранных языков, не только английского, но при необходимости и латышского, и русского, чтобы успешнее найти работу, хотя бы на разговорном уровне. Не обязательно поднимать сразу высокую планку. Сейчас одному из участников мы поможем получить водительские права, потому что он начал обучение, знает теорию, но по разным обстоятельствам он не может сдать экзамены по теории вождению. Поможем, будем мотивировать. На данный момент в этой программе участвует 7 человек. Но, как отмечает Кристиан Яцевич, участников может быть гораздо больше. У каждого молодого человека есть индивидуальный ментор. В рамках программы предусмотрено, что с каждым участником работает ментор, можно сказать, профессиональный друг, который помогает, поддерживает, разговаривает с ним, направляет, чтобы добиться успешного результата, приспосабливает индивидуальную программу. В сотрудничестве с каждым молодым человеком осуществляется разработка индивидуальной программы мероприятий, которая состоит из 4 обязательных компетенций. Развитие личности, интеграция в общество, работоспособность, а также компетенции образования на протяжении жизни. Этот проект с латвийского уровня. В данный момент он реализуется в более чем 70 самоуправлениях. Можно сказать, что этот проект очень эластичный, потому что для каждого молодого человека можно создать индивидуальную программу, оценив конкретные его нужды. Кристиан Яцевич призывает молодых людей быть активными, не опускать руки и стремиться к саморазвитию. У нас есть возможность помочь, и я надеюсь, что при помощи телевидения об этом проекте узнают и родители, и бабушки, и дедушки, и сами молодые люди напрямую. Соберутся, придут, ведь только благодаря совместному диалогу мы можем понять, какая помощь требуется молодому человеку. Участие в проекте бесплатное. Узнать больше об этом проекте можно на портале jaunieši.venspils.lv в разделе «Протиундари» или лично в Венспилском доме молодежи. Татьяна Шховская, Инс Жодзинш, Курзамское телевидение.